Второй пилот разбившегося в Альпах самолета авиакомпании Germanwings Андреас Любец наблюдался у врача из-за суицидальных наклонностей. Правда, как указано в заявлении прокурора Дюссельдорфа, это было еще до того, как Любец получил летную лицензию и начал работать пилотом. Напомню, как стало известно из данных черных ящиков, Любец заперся в кабине самолета А-320, когда ее покинул первый пилот, а затем молча проигнорировал все требования открыть дверь. Второй пилот перевел самолет в режим снижения, и через несколько минут лайнер врезался в склон горы. Вместе с Любецем погибли все находившиеся на борту 149 человек. Причина поведения пилота до сих пор неизвестна. Тем не менее, как выяснилось, Андреас Любец скрывал от авиакомпании свои проблемы со здоровьем, в частности, депрессию. Прокуроры квалифицируют действия Любеца как непредумышленное убийство. После трагедии европейские авиакомпании начали вводить новые правила, касающиеся нахождения пилотов в кабине во время полета. Впредь предполагается сделать обязательным присутствие как минимум двух человек в кабине на протяжении всего рейса.